Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Cat Quest. Как вы помните, мы с вами остановились на приключения от Рыжика. Так что будем допроходить. И у нас мясопродавец. Да-да-да, именно на нем мы с вами остановились. Торговец вернулся, на помощь, Рыжик. У Рыжика проблемы, давай поторопимся, напарник. Тут никого нет. Но, похоже, тут было нешуточное побоище. И я вижу еще один след. Шевели лапами, нам надо найти Рыжика. Не волнуйся, Смурти, найдем мы твоего Рыжика. Сейчас он приведет нас куда нужно, я думаю, да? Ребят, тут такая игра, вы заметили, да? Одно предательство, вранье, бандиты всякие, монстры. В общем, никому здесь доверять нельзя. След ведет в ту пещеру. Похоже, у Рыжика неприятности. Давай, напарник, чудовища сами себя не убьют. Ну так это понятное дело. Мне придется им помочь. Так, что здесь такое у нас? Куда ты пришел, а? Олух. Ё-моё, их тут трое даже. Ого, и не такие уж они слабенькие. Хорош уже своими молниями здесь греметь. Я вам что, громад вот что ли? Вот так вот, отлично. Как мне туда перейти? Хе. Ага, здесь ладно. Так, ну что, ребят, нам придется эти руки, как обычно, жарить магией. Ой-ой-ой, как мало мы отнимаем у них своей магии. Ну-ка, еще разок. Нет, не добьем. Очень-очень жаль. А нет, справились все-таки. Здесь у нас получилось, и осталась одна лапа. Ой, не хватило у нас. Так, а туда-то как перейти? Странно очень, там сундучок у нас лежит. Ладно, давайте-ка мы здесь, наверное, разберемся с мелюзгой этой. Так, это с молниями. Не могу я туда почему-то пройти. Ага, сундучок, что нам достанется? Смотрите, какой-то волшебный посох на 5-й уровень, но слабенький. Так, и вот у нас тут овечка была. Теперь ее больше нету. Черт, самое интересное, что здесь не указаны дорожки, вы понимаете? Я должен их, видите ли, сам нащупать и пройти по ним. Так, ну что, дракоша, давай, твоя очередь настала. Мне сказали зачистить эту пещеру, так что никто отсюда не уйдет живым. Да что ж такое-то, а? Какой крепкий. Все. Вроде бы разобрались, но у меня еще один вопрос. Так, ну, как обычно, ключа здесь нет у нас, мы открыть не можем. Как мне вот к тому сундучку пробраться, а? Ну-ка, давайте-ка туда сейчас бегаем и хорошенечко поищем. А, у нас еще тут рука. А ну-ка. Блин, не успею я ее завалить. Не хватит у меня магии, я боюсь. А если мы с вами оденем магическую робу? Надо еще какой-нибудь, наверное, хороший магический посох. Так, о, еще плюс 10, отлично. И у нас с вами... Вот, на плюс 14. Сейчас я задам этой руке. О, вот это другой разговор. Очищено. Мы опоздали, Рыжика тут нет. Пошли осмотрим окрестности. Да я бы с удовольствием, мне нужно вот тот вот сундук как-то взять. Эхе-хе. Так, хотя, ребята, знаете что? Здесь нам тоже не пройти. Есть одна у меня идейка. Давайте ее проверим. Здесь у нас... Я вот так по краю сейчас пойду. Ох ты! Видели? Хитро придумано, однако. И что нам достанется здесь? Какой-то броник. Ага, доспех рыцаря 12 уровня. Так, замечательно. Ну, теперь-то уже можно со спокойной душой отсюда выбираться. Задание мы выполнили, зачистили эту пещерку. Дайте-ка я, наверное, обратно поставлю себе мое прошлое снаряжение. Так, где у меня... Так, здесь не то, это все не то. Вот, неплохо вроде бы. Ого, вот это, конечно же, мы оденем, ребят, смотрите, плюс 29 и плюс 17, очень хорошо. А этот даже еще дает плюс 4. Угу. Вот, вот на этом мы остановимся в выборе.
Все, лучшего нам не найти с вами пока. Выходим. Еще два следа. Выбирай, по какому пойдем. Ну, давай вот сюда, наверное, рванем. Ох ты, летающие мышки. В лесочке тут ныкаются. Ага, вот и рыжик. Мяу, там рыжик. Рыжик, ты как? Где торговец? Как ты выжил-то? Я думал, после монстров и этого подземелья тебе конец. Рыжик, так это ты и есть торговец? Дракот выдал мне это мясо и пообещал, что я буду несметно богат. Ах ты! Ты... Ага. Ты хочешь сказать, что ты меня сможешь завалить? Кабан ты непутевый, а? Так, дракончик мешается мне здесь. Ой-ой-ой-ой. Очень мало жизней. Так, ну-ка. Попробуем, ребят, попробуем. У нас с вами другого варианта пока нету. Да что такое, еще белки эти прискакали. Будь они неладны. Ладно, хорошо, давайте мы всех обманем. Так. Да пошли вы все. Мне бы сейчас добежать до какого-нибудь домика и немножечко там покемарить. Надеюсь, можно будет. Я уже вроде бы как далеко убежал. Да, это нас спасает в очередной раз. Все, я сохранился. Теперь могу со спокойной душой идти и навалять этому бизону, который там прыгает. И, кстати, он об этом пожалеет. Я больше чем уверен. Вот так сделаем. И, пожалуй, да. Нет, вот это мы пока не будем делать. Я хочу, чтобы у меня была магия. Будем сейчас их магией шпарить. Ну, я надеюсь, что в этом, по крайней мере, будет какой-то толк. Во, самое то. 78 к магии. Тихо. Ну-ка, проверочка. Что-то как-то кисло, если честно, ребята. Очень кисло. И от посоха до мага вообще никакого не идет. Я практически не... Ну, что это такое? Ну, смех на палке, а. Да. Хоть действительно, ребятушки, меняй опять вооружение. Ну-ка, еще разок. Нет, даже молния не наносит им урона. Да, я от них так буду, к сожалению, бегать долго. А я думал просто, что если я надену магические шмотки, магический посох, у меня будет от магии колоссальный урон. Но я, видимо, просчитался маленько. Хотя, может быть, из-за того, что они сами по себе маги. Поэтому я как бы не могу их хорошенько отзвездачить. Ладно. Да елки-палки, эти горы никак не могу нигде пройти. Да иди ты отсюда, а? Что тебе надо от меня? Я шел себе, никого не трогал. Вот лезет же на рожон, а? Только время мое занимает. На-ка, выкуси. На дорожку. Все, шикарно. Ну, где там у нас этот каб... Да ё-моё, белочки эти еще тут... Попробуем вот так сделать. Ну что, свин, иди сюда. Будем с тобой разговаривать. Нет, так дело не пойдет, ребята. Нужно, мне кажется, менять шмотки. Так мы далеко просто-напросто не уйдем с вами. Так что давайте ставить обычные свои боевые вещички. И будем его накумаривать. Так, лучшего нам пока не найти, да? Ладно, приступаем к разбору полетов. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Губежки-то тут, смотрите. У-тю-тю-тю-тю. Так, давай, иди сюда. Иди сюда, свинтус. К тому же еще и лопоухий. Так, надо его вот с этой стороны бомбить, чтобы дракончик тут к нам не прицепился. Так, отбегаем. Продолжаем. В принципе, я думаю, сейчас я его и заколбашу. Рыжик. Кажется, и сам наелся этого мяса. Похоже, любопытство сгубило кошку. Хе-хе. Похоже, мы в очередной раз разрушили планы дракота. Ну и работенка. Кованый клинок. И 24 уровень. Ха-ха. Чего можно еще желать в этой игре, а? Как только хорошее оружие и мощный уровень. Ничего я пока не вижу поблизости, ребята. Абсолютно. Но в ту башню я тоже не хочу идти. Хоть ты тресни.
Так, а что нам? Нам что-то дали новенькое. О! Довольно неплохой мечик, по-моему, должен быть. Так, ребят, с вами я связываться не хочу. Я вот так лучше пройду запретные равнины. Как говорится, бочком. И вот у нас тут... Что там за руины? Ага, старые руины. Ага, руины великих древних. Легенды гласят, этот мир создали великие древние. Ну, как по мне, сказки все это. Если встретим чудовищ, придется с ними разобраться. Будем надеяться, твоя сестра внутри. 15 уровень. А я почему-то сомневаюсь, что моя сестра будет здесь. Ух ты. Кулачки. Опять этот кот-боевик здесь. Ладно, разберемся с ним. Слушайте, а он, по-моему, ватный стал, да? Или, может быть, я слишком сильный? Ух ты, упал. Так, с этими руками придется, ребят, поступать. Сами знаете как. Жарить. Жалко, здесь нельзя запомнить сет, чтобы одной кнопочкой можно было нажать и просто-напросто его переключить. Горите! Ух ты! Вот это класс! Просто с применением одной магии я всех уничтожил. Сундучок. Ну-ка, подари мне что-нибудь хорошее. И дает мне волшебную шляпу. Уровень 22. Как раз она на мне одета, по-моему, да? Или нет? Не, ребята, это вот эта шляпа. Да и фиг с ним, пока я и в такой побегаю. Ну, кто у нас здесь следующий? Опять, о, сколько здесь рук. Просто всех зажарил. Блин. Нет, все-таки есть монстры, которые против магии ничего не могут сделать. А есть, у которых довольно хорошая сопротивляемость. Вы понимаете, да? О чем я говорю. Так, ну-ка давай-ка зажарим тебя, мой барашек. И у нас тут осталась летающая голова. Слушайте, да, довольно неплохо жарит. Я бы даже сказал, бы очень хорошо. Очищено. Грр, твоя сестра в другом замке. Давай выбираться отсюда и искать новую зацепку. Да как же так, ребят, ну сколько сундуков валяется? Если кто знает, ребят, напишите мне, как и чем скрывать эти сундуки. Может быть, я что-то неправильно делаю, или где-то их можно покупать, ключики. И достается нам бросовый шлем. Ну, он слабенький, поэтому даже смотреть его не буду. Так, давайте выбираться, наверное, отсюда с вами. И искать новые зацепки, как нам попросил Смурс. Мяу, что это было? Какое-то землетрясение. Святые лапки, где это мы? Ого. Обнаружен Давакот. Запускаю запись 2201. Говорит Аэлиус. Другие считают, что я должен записывать свои открытия, так что приступаю. Это же человек, ребят. Там был человек. Было нелегко, но наконец мне удалось привить кошкам магию драконов. Вот это уже что-то новенькое. Я назову эти создания Давакотами. Что? Что это было? Давай уносить лапы отсюда. Котя, не пугайся. Так, опять заварушка. Это дракон. Грррр. Только посмейте это повторить, и твоя сестра заплатит за твою дерзость. Эй, постой. Кто такой Аэлиус? Пес его подери. Придется пока побегать за его веревочкой. Задание выполнено, ребята. Совсем немножечко нам не хватает до 25 уровня. Значит, следующий дракон ждет нас в воде. Где бы еще найти эту воду? Уверен, в дозорной башне нам помогут. Ну что же, побежали в дозорную башню. Пускай нам помогут. Слушайте, а я надеюсь, у меня стрелочка-то хоть правильно ведет к башне, или мне ее нужно будет самому находить? Шиш тебе. Так, а нет, все верно. Смотрите-ка, показывает мне на дозорную башню. Ну-ка зажарим. Круто, что я могу еще сказать. 25 левел, как я вам и обещал, ребята. Ого, что это за мышка такая неподатливая, а? Все, да выделывалось. Ты же настоящий Давакот, да? Самый настоящий, ни один дракон перед нами не устоит.
Я видел одного, но чтобы до него добраться, придется научиться ходить по воде. Давайте я отмечу вам место на карте. Если возникнут проблемы, обращайтесь на любую дозорную вышку. И что же ты мне, интересно, роднулечка мой, указал на карте, а? Вот в чем вопрос. Ты мне указал воду, так я знаю прекрасно, где стоит этот дракон. Ох ты, а что здесь такое у нас? Мяу, вот это вершина. Давай отдалим камеру, чтобы все рассмотреть. Ух ты, смотрите, ребята, да? Посредине статуя огромного кота. Я бы даже сказал, гора такая целая. Ну-ка, куда нас ведет эта стрелочка? Давай-ка только в нужном направлении и в нужное место. Не надо всяких тут обманов очередных. Ты посмотри-ка, какие они крепкие, а? Ну-ка, дай-ка еще разок жаркну. Так, что-то я не понял. Здесь что-то неладное. Ну-ка еще раз. Слушайте, у них, по-моему, хпшки не отнимаются. А, нет, все нормально. Нет, подожди. Ого-го, как они больно бьются. Еще разок. Смотрите, там есть такой черепочек, у которого просто не отнимается больше хп. Вот оно упало на определенный уровень, и все. Это все как-то, если честно, странно, вам не кажется? Смотрите. Пофиг им нафиг. Я думаю, что, наверное, не надо с ними тут драться. Это все равно бесполезно. Дай хоть одного так умарнуть разок, а? Вот этого. Не-а, не шиша. Нет, жизни вроде бы как отнимается, но сам по себе монстрик не умирает. Хм, интересно. Может быть, я еще слишком слаб, или здесь какая-то секретная тактика нужна. О, ребят, ну я так и думал, что стрелка мне будет показывать, где у нас находится дракон. Я это и так знал. Мне-то нужно научиться ходить по воде, а не показать место, где находится дракон. Так, давайте-ка я заберу свое прежнее снаряжение, которое у меня до этого стояло. Лучше я буду бегать с мечом. Мне так комфортнее. Жалко, здесь нельзя носить в другой руке щит, да? Ну и, соответственно, хилочки какие-нибудь. Вот давно я соскучился по играм, где можно пробирочки пить магии и жизни. Так вот. Все. По-моему, у нас самое лучшее снаряжение сейчас. Поэтому давайте продолжать играть. И мне хотелось бы посмотреть задания очередные. Я думаю, что мы сможем все-таки найти ответ, как нам ходить по воде. Может быть, еще рано. Так, озеро Фелинград. Фелингард, даже вот так будет правильнее. Так, пустое логово. Ну, о-о-о-о, тихо-тихо, разбуянился. Блин, что-то мне здесь не очень нравится. Не будем пока там с ними драться. Так, латка. Нет, тоже здесь мы пока не будем зацикливаться. Где у нас можно взять задание? Вижу, ребята, ближайший городок. Вот он. Так, поспим, конечно же, сохранимся, а потом уже приступим к выполнению заданий. Так, монетка. Расследование на западе. Конечно же, берем. Надо все разузнать о рецепте. Встретимся снаружи. Махнолап. Не доверяю я этому Махнолапу. Посмотрим, что он нам скажет. А он здесь уже стоит. Привет, мы с сестрой хоть и соперничаем, но на самом деле очень близки. Она перестала со мной общаться, когда придумала этот рецепт. В нем-то все и дело. Ты точно не пытаешься завладеть рецептом? Нет, я хочу вернуть сестру. И я узнал, каким маршрутом ходят ее поставщики. Мы сможем узнать, что они поставляют. Это будет отлично. Я их вам покажу. Выбирайте, какие из них проверить. Ага, опять две дорожки. Ну, ладно. Давайте вот, наверное, здесь пойдем с вами. Да уйдите вы от меня. Не хочу я сейчас с вами связываться. О, нет, туда мы не пойдем. Там летуны. Неубиваемые причем. А здесь никого нет. Странно. Дальше идем. Ага, опять лес. Мяу, я вижу бандита. У него ящик с припасами. Надо с ним, наверное, разобраться, скорее всего. И забрать этот сундучок. Горите, ежики в тумане. На ударчик, как говорится. Ну иди сюда, А, это ты поставляешь грузы в Восточный Лапск? Молчит. Стой на месте.
Ах ты гад. Вареный хек, этот меховой комок сбежал. За ним. А куда он сбежал? А, вон он стоит. Я его вижу, олуха. Хе-хе. Не убежишь от меня. Где ящик? Бандит указывает на воду, а потом на вас. Мяу, он хочет боя? Он его получит. А, типа, типа, я тебе сейчас завалю и утоплю? Так ты показал мне? Тогда выкусите оба вместе с барашком. Так, жарим. Ну, а теперь можно будет просто их добить. Должно быть, он бросил ящик в воду. Мррр, возвращаемся. Ах ты, черт подери, а я думал, что он показывает, типа, мне, тебе конец. А он просто-напросто выкинул ящик в воду. Как обычно, мы с вами не успели забрать груз. Ну, в принципе, я уже к этому привык. Так, давайте возвращаться к нашему, так сказать, чувачку, который нам давал задание. Вот он, все здесь стоит. Ну, будем его расстраивать. Вернулись с пустыми лапами? Ничего не нашли? Этот шерстяной придурок бросил ящик в воду, он утонул. Ой, мяу, тогда у нас нет выбора. Придется расспросить сестру. Может быть, она вам все расскажет, раз вы ей помогли. Попробуем, может, узнаем, что с ней случилось. Мурси, вот, возьмите это в награду. Посох мага 19 уровня. Надо вернуться в Восточный Лапск. Слушай, если бы я помнил, где этот Восточный Лапск. Где-то, по-моему, в начале игры, если я не ошибаюсь, да? Слушайте, а было бы прикольно, если бы мы вот здесь бы выполнили все квесты и отправились на лодочке куда-нибудь на другой материк. А вдруг оно так и будет, а? Было бы прикольно, очень было бы хорошо. Тихо. Пустые горы, пробегаем. Дальняя пещера, всем пока. Так, хорош, хорош. Не мешайте, вот где-то здесь этот Лапск должен быть. Не вижу ни шиша по карте. Котовые поля. Кузница латки. А, к сожалению, не могу найти. Ладно, давайте тогда мы с вами сделаем попроще маленько. Мы будем сейчас пробегать все ближайшие города, где у нас отмечены, что можно взять задания. То есть знаки-вопросики будут. Будем их брать и выполнять. И рано или поздно все-таки что-нибудь обнаружим. Кузнец-путешественник, 20 уровень. Чего сидим, кого ждем? Коше опять нужна наша помощь. А вот и Коша. Броня почти готова, остался завершающий стрих. Коша, для тебя все что угодно, дарит сердечко. Мне нужна одна особая руда, но добыть ее можно только в одной пещере, очень далеко отсюда. Я отметил место на вашей карте. Давайте не заставляйте девушку ждать. Как скажешь, Кошечка. И мы пошли добывать для тебя руду. А задание у нас называется «Кузнец-путешественник». Смотрите-ка, тут рыбки у нас на воде. А, видимо, когда мы сможем ходить с вами по воде, мы сможем их подбить. Да-да-да, именно так, ребята. И никак иначе. Так, шикарно. И, кстати, хочу сказать, что скоро у нас с вами будет 26 уровень. Сколько он здесь максимальный, я ума не приложу. Но хотелось бы побольше, побольше, где-нибудь так 99-й, 100-й, было бы для меня самое то. Ну и, соответственно, брони побольше, покрепче. Так, а вот у нас пустая пещера. Погоди-ка, тут на земле порванная записка. Ну что опять? Старый Мур захапал руду для босса, тащим ее к озеру Феллингард. Встретимся на месте. Интересно, а легкие задания вообще бывают? Пошли догоним этих рудограбителей. Мряу. Ладно. Пойдем догонять. Раз уж они украли руду, за которую нас послала Латка. Единственное, чего я не хочу... Оу, что у меня с ХП? Ёлки-палки, чуть было не заколбасили меня эти уродцы. Так, а это у нас бандит. Черт бы побрал. Блин. Мне нужен отхил и как можно срочнее. Ну давай, жарь ты уже. Отличненько. Давайте, наверное, малька еще подхилимся. Ну, приблизительно хотя бы вот так. Все, больше не хватает. Ну-ка, бандитик, иди-ка сюда. Давай-ка. Вот, мимо. Сейчас мы тебя разберем. Вот так. То есть эти рудограбители тоже бандиты? Совпадение? Не думаю. Смотри, он обронил еще одну записку.
Я переправил руду через озеро к месту выгрузки. Большой щип сказал, что сохранит ее, пока вернется босс. Замечательно просто. И куда же вы меня на этот раз отправляете? Так, дракоша, иди отсюда, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёлки ты палки, да что ж такое, что ж мне не везет-то так сильно? Да успокойся ты, а, летун. Хватит уже. Ну, чуть-чуть осталось. Отличненько, подхил. Да, когда на нас нет магических броней и посохов, отхиливаемся мы очень-очень плохо. Так, точка высадки. Так, руды тут нет. Стой, ты слышала? Что это за шум за деревьями? Оу. Так, вот это вот уже мне не нравится. Два бандита. Они сделали на меня засаду, типа того, да? Отхил. Так, вылази давай второй. Я же знаю, что ты там. Со своим топориком никчемным. Уф, пронесло. Ого, смотри, эти бандиты и несли нашу руду. Это же полная пригоршня особой руды. И опять какая-то записка. Теперь, когда у меня есть и сериал, и руда, я вожак бандитов. Наконец смогу признаться в любви к кошелатке. Теперь меня ничто не остановит. Ага. Так, Смури. Не может быть, у меня есть соперник. То есть это все дело рук влюбленного бандита. Какой ужас. Ну, теперь, когда мы раздобыли руду, можно возвращаться и к Коше. Задание выполнено. Есть, 26 уровень. Так, ребята, я надеюсь, что хотя бы это задание мы выполним, а не потеряем сейчас где-нибудь по дороге свою эту руду, и Латка на нас опять расстроится в очередной раз. Так, погоди, я не понял, куда мне идти надо? Вот в эту вот кузницу или нет? Давайте проверим. Ни шиша. А вы поняли, что Смури, наш вот этот дух, тайно влюблен в кошелатку, да? И как он сейчас немножко приревновал, когда он эту записочку-то нашел, а? Ну прям весь засмущался, когда мы прочухали, о чем он говорит. Ну ладно, в принципе, это хорошо. Ну, естественно, у них, наверное, ничего не может быть, кроме дружбы, потому что она живая, а он все-таки призрак. Хотя я не удивлюсь, если мы с вами этого Смури вернем ему человеческий облик, кошачий точнее. Так, ну-ка, что у нас тут? Мастер-кузнец, 20 уровень. Так, погодите-ка. А как же мне сдать это задание, которое у меня в данный момент находится? Эй, ты экипировку купить не забыл? Не забыл, Латка, она мне в принципе сейчас не нужна. У меня всего 1939 золотых монет. Ладно, давайте возьмем с вами. Так уж и быть. Ух, была не была. Ну, провалится задание, возьмем и еще раз повторим его. Да? Рискнем, короче, с вами. Или не будем? Блин, подождите, ребята. Хрен с ним, давайте. Ладно, давай отнесем руду, Коша. А, вот и вы. И чувствую, что у вас есть для меня хорошие новости. Вы отдаете особую руду Коше. Превосходно, мне нужно 5 минут навести на броню финальный блеск. Готово. Ого, это было действительно быстро. А знаешь что, я собираюсь подарить эту броню тебе. Спасибо вам за помощь. Броня Коши, ребята, у нас, ну, слабенькая, к сожалению. Если что понадобится, всегда можете обратиться ко мне. А теперь брысь отсюда, мне ковать пора. Задание выполнено. Ух, ну-ка, дадут что-нибудь еще? Эх, к сожалению, ребята, не дают нам очередного задания. Очень жаль. Куда бы нам с вами направиться-то, а? Карта очень большая. Еще там много земель, вы видели, да? На севере, затемненные даже. А вот и доска объявлений. Король Лев. Конечно же, берем, елки-палки. Пришло время спасти короля Леопольда. Я только за. Давно я, кстати, хотел его спасти. Так, ну что ты скажешь нам? Верховный маг уже во дворе и готов извлечь сферу. Давай приложим все усилия, чтобы никто не смог ему помешать. Я только за. Так, а? Что это такое? Мяу, кто-то пытается помешать верховному магу.
И кто же, интересно... Оу, тихо, белочка, успокойся, роднуля ты моя. Мало, что ли, получала в свое время? А следующий у нас кто? Ну, конечно же, барашек. Как же без тебя-то, елки-палки. Все события тут будут происходить. Так, два дракончика. Ватные причем. Сейчас мы с ними разделаемся. Да иди ты отсюда, я уже достала хламон. Уф, ты в порядке, напарник? Верховный маг, тебе удалось? Что удалось ему? Что-то не так. Прочь от меня! Это дракот, он мной управляет. Ого-го-го-го-го! Тихо-тихо-тихо, роднуля. Ну он ватный, ребят, сейчас мы его заколбасим. Смотрите, еще ударчик. Да что ж такое, дай подойти-то. Все, готов, Салабон. И? А теперь вы в порядке? Мне очень-очень жаль, дракот. Он мяур. Но король теперь в безопасности. Ох, ваше мурличество. Ты спас нашу гриву. Спасибо тебе, Давакот. Можешь возвращаться к тому, чем ты обычно занят. И да, у нас есть для тебя награда. Фамильные украшения, уровень 2. Ого. Эти драгоценности принадлежали моей семье. Цени наше доверие, юный Давакот. Они прекрасны, ваше мурличество. А теперь я распоряжусь укрепить оборону на случай, если дракот вернется. Мы в долгу перед тобой, Давакот. Задание выполнено. Ну что же, ребята, наконец-то мы спасли короля Леопольда. И у нас с вами следующее будет задание. Но продолжим мы уже в следующей игре. А сейчас сохраняемся, высыпаемся и будем готовиться к следующей очередной битве. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в новых следующих видосиках. Всем пока и удачи вам!